Харьков в порыве милосердия. Очередь из тех, кто хочет сдать кровь и отдать теплые вещи и еду, выстроилась в Харькове. Так горожане откликнулись на взрыв в многоэтажке. В высотке сдетонировал газовый баллон. Жители спаслись от взрыва, а потом и пожара. Остались на морозе ни с чем. В самом тяжелом состоянии 13-летняя Кристина. У нее ожог 60% кожи. Остальные пострадавшие поселились у родственников, около полусотни в гостинице «Турист». Сюда харьковчане приносят теплые куртки, одеяла, игрушки, обувь. Кто-то принес 10 литров борща, кто-то привез котлеты. Готовить в гостинице пока негде. Волонтеры говорят, очень нужны печи. Печки где-то 3 штуки на 2 конфорки. Дальше желательно еще бы хотя бы одну стиральную машинку на все здание. Нужда есть в так называемых продуктах питания, хотя бы на первое время. Для сбора денег на лечение Кристины открыт специальный счет. А к гостинице «Турист» все чаще идет неиссякаемый поток тех, кто готов помочь в чужой беде.